Быстро забраться в танк и также быстро выбраться из него. 136-й мотострелковой бригаде прошли учения новобранцев. На позиции вышли более 1000 ребят. Об особенностях военного дела в репортаже наших корреспондентов. Одну мину осколочно-фугасную заряди! Минометчик Николай Холкин в армии всего 2 месяца, но на полигоне уже отдает приказы. Толкового и смышленого новобранца офицеры назначили командиром, правда, пока не взвода или роты, а минометного расчета. Эти боевые стрельбы в военной биографии Николая уже 3-й, и только раз за все время он промахнулся. В процессе стрельбы это можно обучить любого человека буквально за 3 дня, это стрельбе из миномета. А если на теоретическому материалу, то 2 недели потребуется. Таких, как Николай, молодых солдат на полигоне 136-й отдельной бригады сегодня почти 70%. Командиры вывели на позиции более 1000 артиллеристов, танкистов, пехотинцев. Все призваны на службу минувшей осенью. И самое время проверить, как усвоена теория. В классах можно научиться определять траекторию полета снаряда. Но быстро заряжать гаубицу или стрелять прямой наводкой можно только на практике. Офицеры рассказывают, курс огневой подготовки современной армии – это 10 часов, еженедельно, при любой погоде и в любое время суток. Поэтому профессиональные навыки молодые бойцы получают очень быстро. Выстрелы были, конечно, на оценку удовлетворительно, но с каждым последующим выстрелом, с каждым последующим, как говорится, разрывом, видно, что люди учатся, набираются опыта и как бы... Думаю, что к концу сегодняшнего занятия я буду останусь доволен и выставлю, наверное, 4. Каждое подразделение отрабатывает свои задачи и нормативы. Вот взвод химической защиты тренируется выживать в тумане условно отравляющих веществ. Важно не только заблудиться в сплошной пелене, но еще просто не наглотаться едкого дыма. У танкистов другой норматив. Взмах командира флажками и 12 секунд экипажу на то, чтобы занять свои места. Но главное упражнение для молодых танкистов сегодня – вождение. Тяжелая машина должна идти ровно по колее. Самая главная задача при отработке на этих занятиях по вождению – это, значит, механик выбирает плавные действия хода, потому что на упражнении при стрельбе механик является составной частью экипажа. Если механик выбирает грамотно передачу, упражнение отрабатывает, то экипаж выполняет стрельбу на хорошо и отлично. Пока механики-новобранцы тренировались плавно выжимать рычаги и держать курс, наводчики вели огонь. Имитационный, из пушки. Короткими и длинными очередями из башенного пулемета. Правда, сначала на столе и под контролем офицера учились его быстро разбирать и собирать. Оценок за огневую подготовку танкистам сегодня не ставили. Боевые стрельбы у молодых через 1.5 месяца. Но командиры уверены, ни зачетов на огневом рубеже точно не будет. Патимат Бурзиева, Тимур Абдуллаев, Салих Салихов, Заур Столтанбеков. Время новостей. Буйнакский район.